Пользователи социальных сетей обсуждают видеоролик, который распространяется в интернете. На телефон снят водитель маршрутного такси, предположительно находящийся в нетрезвом состоянии. Отдел по транспорту и связи администрации заявляет, события видеоролики произошли почти 4 года назад. Подобных фактов в сфере пассажирских перевозок Анапы более не повторялось. Свой комментарий нашей телерадиокомпании дал руководитель транспортной компании, за которой закреплен этот автобус. Данный инцидент произошел в 2013 году. На предприятии проведено расследование у нас внутреннее. Плохо стало. Он не был пьяный? Нет. Потому что утром у нас осуществляется предрейсовый осмотр водителей. Давление проверяют, прежде чем выпустить на линию. Усилили контроль, естественно. И ведется учет группы риска. У медиков есть, кто с давлением повышенным. Какие моменты есть, они отслеживают и принимают решения на производственном уровне своем. У нас каждые 2 года водители отправляем на медицинское освидетельствование. Полностью медкомиссию проходят водители у нас согласно договору с медицинскими предприятиями, ну, согласно закону, выполняем требования эти. На работу мы никого не принимаем без медкомиссии. По безопасности обучение проводится водителей у нас. 20-часовые обучения, стажировки водителей проводятся.